каждый из тех, кто сегодня пришел сюда, уже сделал правильный шаг на пути к успешной карьере. Карьере инженера, карьере ученого, карьере управленца. Я это говорю не просто так. Как вы знаете, указом президента были определены основные стратегии развития Российской Федерации на ближайшие годы. Так вот, почти все направления, которые касаются науки, техники, технологий, в нашем ВУЗе представлены. Какой бы факультет вы ни выбрали, вы все равно будете обучаться по тому направлению, той специальности, которая будет востребована в Российской Федерации в ближайшие годы. Открытых дверей Пермского политеха – это возможность для абитуриентов узнать более подробно о направлениях подготовки бакалавриата. По сравнению с теми годами, которые были ранее, абитуриентов стало намного больше и вопросов стало намного больше. Я надеюсь, что в этом году мы порадуем Пермский политех хорошими, высокими проходными баллами и качественными абитуриентами, студентами. Самые частые вопросы – это вопросы о местах трудоустройства выпускников, о проходных баллах и, конечно же, о внутренней жизни политеха.